диверсионный отряд. Как можно, значит, вступать в бой, бороться вам не надо. Повязки срывать не надо ни с кого. Значит, это ничего не засчитывается. Самое главное ваша задача, как можно дольше подвигаться и не дать противнику вас прижать к земле. Задача противника вас прижать к земле, обездвижить. Поэтому вступать в борьбу, бороться, это бесполезно, потому что 200 человек против, грубо говоря, 20, это ни о чем. Вас просто там шапками закидают сразу. Поэтому двигайтесь, отталкивайте друг друга, выручайте. Если видите, вашего завалили, успели свернуть его в сторону, отойти. Вообще, пока у вас еще человек один будет двигаться, значит, ну, будет считаться, что вы еще не уничтожены. В лес собирал кто-нибудь. Хотя бы проделайтесь, это...